Звезда поддерживает душу Мейлина. И я не могу ничего сделать, пока внутри нее часть Мейлина. Он уже мертв. Хуже того, заклинания, поддерживающие его существование, питаются черными душами. Даже не знаю, скольких людей он уже успел погубить. И если мы ничего не предпримем, со временем колдовство рассеется, и звезда уйдет обратно в Обливион. Азура будет смеяться последней. Именно. Но нужно не просто изгнать Мейлина магией. Он выставил заслоны. Души могут попасть только внутрь, но не наружу. И если бы мы смогли каким-то образом отправить душу в звезду, такую, что была бы готова сразиться с Мейлином изнутри, я мог бы пленить твою душу, поместить в звезду, а после вернуть обратно, когда ты справишься с Мейлином. Я понимаю, что тебе нужно время для подготовки. Дай знать, когда соберешься. Для души Мейлина нет никакой надежды, ведь его плоть мертва. Но в твоем теле я смогу поддержать дыхание жизни. Однако не забывай об осторожности. Если ты погибнешь внутри звезды, твоя душа будет уничтожена. И тогда никто не сможет тебе помочь. Душа Мейлина находится в звезде. Теоретически, уничтожить его будет не сложнее, чем убить обыкновенного призрака. Я наложу на твою душу магическую связь, пока ты будешь внутри. Когда ты закончишь, вернуть тебя в тело будет совсем несложно. Я могу отправить тебя в звезду. Ладно, стой неподвижно. Может быть больно. Во-первых, мне понадобится завладеть твоей душой. А теперь вдохни поглубже. О, мои ученики прислали мне свежую душу. Отлично. Я как раз проголодался. Подожди. С тобой что-то не так. Как ты смеешь бросать мне вызов? Сама смерть покорилась мне. Я плевал в глаза властителям Даэдра. Теперь это мое царство. Я слишком многим пожертвовал, чтобы кому-то его отдать.
Заклинания Мейлина разрушены. Держись. Я вытащу оттуда твою душу. Крепись. Полегче. Онемение скоро пройдет. Только не напрягайся. Дело сделано. Звезда отрезана от Азуры, и душа Мейлина познала, наконец, подобие покоя. Пусть и в небытии. Теперь ее можно использовать по назначению. Зачаровывать предметы с помощью темных душ. Черная звезда никогда не погибнет. Но она больше не может удерживать белые души меньших созданий. Забери ее себе. А я хочу оставить эту главу своей жизни в прошлом. Мои поздравления. Тебе удалось изменить судьбу доидрического артефакта и выжить? Нет. Боги, давно уже нет. Я уехал из Винтерхолда на несколько лет, а когда вернулся, то поселился в таверне. До встречи!